Уникальное потрясение, друзья, потому что на сцене появится человек, которых вообще 6-7 в нашей стране. И я просто боюсь представить, что сейчас начнется. Народный гармонист России, гармонист золотой десятки Геннадия Заволокина, артист театра родом из блокады Игорь Шипков. Здравствуйте, мои дорогие! Здравствуйте, Морский район! Я вас люблю! Как я по вам соскучился! Мой любимый концертный зал и мой любимый район, и, конечно же, мой любимый зритель. Ну, давайте маленькую перекличку сделаем. Галина, есть в зале? Да. Точно? Да. Поем? Встречаем! Поехали! Живет Галина! Oh,
Здравствуйте, мои дорогие! Мои самые любимые, неповторимые. Ой, на чем только к вам сюда не дошел, не доехал. Раньше, когда в Приморском районе не было ни трамваев, ни автобусов, на чем люди добирались? Савушки на втулумяге. На чем, на чем? На метле. О, интересно, на лошадях, конечно. Ну, лошадь женский род, а вот мужской как называется? Конь, вот об этом моя новая авторская песня в цыганском романсе. Встречайте! Ты лети на конь! Когда приехали столько коллективов, и Украина, и Беларусь, и Молдавия, и Чехия, и Польша, наша матушка Россия, и много народов, даже из тундр приехали, и гармонисты. Как такой фестиваль назывался? Были там? Потрясающе. Даже Анастасия Геннадьевна Заволокина приехала. Давайте поаплодируем передаче «Играй, гармонь, любимая!» Жалко, мы с ней на разных берегах. Она вот в Новосибирске, а я в Петербурге. Но смотрите на Первом канале каждую то ли субботу, то ли воскресенье наша любимая программа «Играй гармонь» имени Геннадия Заволокина, моего учителя. Вот. И песня так и называется. Ну давайте представим, он вот тополь, такой красивый,
Виктория живет в Приморском районе. Она за мостом туда, за Эдельсой, это уже Выборгский район. Она пускай будет рябина. И вот между ними такая железная дорога проходит. И да, и первая любовь, к сожалению, горькая была Приморского с Выборгским районом. Бывает такое, да? Ну давайте, кто тополь, кто рябина, припев простой. Тополь, рябина. Соберемся, обязательно споем. Вот я на карту ходите. Ну, вот видите, там танцплощадка, гармония. Я там вот с такого, помню, еще в 90-х ходил, сам учился на гармошке играть. Я так подумал и придумал петербургский частушечный кубок Экс Семеновна. Мы сделаем его 5 ноября
Скажу, где чуть попозже, а 25-го вас всех приглашу в ДК железнодорожников на мой юбилейный концерт. Год-то ведь юбилейный, так что год русской гармонии, год русской культуры, спасибо вам, низкий поклон. Ну и проверим, насколько вы готовы к нашему добровидению. Ну-ка все вместе. Что стоишь, качаясь, тонкая рельефа, голова. Кто их поднял с пасарана, кто их так стревожит мона? Голова на Буковской дорожке стояли три сосны. Села под окошко белоснежная вишня, из-за тучки далекой показалась луна. Все подружки Россия открывает двери нам. Спасибо, дорогие, что вы любите, поете, не забывайте наши любимые русские песни, низкий земной поклон. И, конечно же, никто тебя не любит так, как поем. Все вместе. Давай сядемся. Yes.
без печали и без бед, не болеть, не хворать.